Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. Рад видеть вас на моем YouTube-канале. У нас продолжение серии 15 минут нумизматики. И у нас вот такая вот коробочка с монетками. Сейчас мы ее вместе с вами разберем, посмотрим. Так, и начнем наше короткое видео. Так, здесь у нас какой-то кругляшок. Так, ага, это не монетка. Это у нас пуговичка, походу. Здесь вот какая-то выступает что-то. Это, наверное, у нас будет все, что какая-то пуговица. Следующая наша монеточка, это на 2 копейки СССР 84 года. В принципе, никаких коллекционных не имеет. Так, так, у нас 2 копейки 70 года. Честно говоря, не помню. Сейчас я быстренько, гляну по своему каталогу, есть она у меня или нету. Могу ее отложить или так. Есть она у меня, она стоит 10 рублей. Самая дорогая из этого года, это у нас 5 копеек 70 года, которая стоимостью 9000 рублей. О, это очень дорогая монеточка. Так, здесь у нас какой-то затертый кокалик. Даже не могу сказать, каких это. А, это у нас этот австрийский какие-то, по-моему. Так, отложим ее сюда. Следующая наша монетка, это у нас 15 копеек 80 года. Никакого интереса для меня не предоставляет. Так, следующая наша монеточка, это у нас 5 СССР, до реформы, год. Вот не виден, вот такой вот, вот. Так, вот таких вот 3 копеечки. Так, посмотрим. Это мы ее где-то сюда так положим. Следующая наша монетка, это у нас 5 же 2 копейки, вот, плохо видно. Состояние надо начистить. В принципе, так, 2 копейки 75 года. Ай. Где он там у нас? 2 копейки 75 года. Так, сейчас мы быстренько посмотрим. Так, по каталогу, что он на себя представляет. Есть она у меня, нет ее у меня. Так, 2 копейки 70 года. 75 года. Стоимость 80 рублей. У меня есть. В данном году самое дороже, это 20 копеек 75 года, стоит 2300. 50 копеек 75 года стоит 2,5. И 75 год 1 рубль, 1500 рублей. То есть, если такое попадется, можете перебирать свою. Так, это у нас 3 копейки 57 года. Убитые. Так, следующая наша монетка. Это у нас каких-то 2 копеечки после реформы. Положим ее сюда. Так, возьмем сюда. Я сюда поставлю, чтобы не затулять. Сдавать тень. Так, СССРовская. Убитая. Не видно ничего. Но интереса не представляет. Так. Следующая наша монеточка. Какой-то вот такой вот затертый СССРовский каткалик. Ничего не видно. И вот у нас здесь какой-то один бан, то есть 1995 года, Молдова. Так, республика, да? То есть такие вот у нас иностранные монеты, короче, такая маленькая. Вот. Молдова, так, смотрим дальше, вот отложим. Так, опять у нас какая-то заграница, 20 сотенок, 88 год. Вот. Такая вот, в принципе, для меня и коллекции есть, меня интереса не представляет. Так, 2 копеек 61 года. Так, следующий у нас какой-то затертый кокалик, ничего на нем не видно. Затертый. То есть вот такой вот у нас в данный момент. Так, это у нас 20 копеек сыровских. Так, дальше у нас тут 82 год, 15 копеек СССРовских. Так, здесь у нас 89, 10 копеек СССРовских. Ничем не примечательное, чем не интересное. Так, опять у нас тут по ходу деньга видно герб. Вот. Так, года не видно. Видно, что денька. Положим сюда. Так, следующая наша монетка. Это у нас 5 копеек
61 года. Сюда мы отложим. Так, это у нас что здесь такое? А, это на тупе монетки. Так, это у нас что-то такое убитое. Так, тут СССР 70. Это за 2 копейки 72 года. Никакого значения. Интересно. Тогда это у нас что-то опять цинковое такое. Цинковое, затертое, ничего не видно. Так, следующее у нас тут опять то же самое. Какое-то цинковое что-то. Потертое. Ничего на ней не видно. Так, дальше у нас СССР 85 год. 3 копейки. Никакого интереса. Так, 2 копейки 88 год. Так, тут у нас 5 гроша. Польская, 1938 год, походу. Интересно, как печатались в таком состоянии, неплохом. Так, дальше, что у нас здесь находится? Так, а, это у нас вообще какая-то шайба. Не поймешь. Вообще какой-то кусок шайбы. Не знаю, что это такое. Какой-то какалик. Так, здесь у нас, опять же, была советская копейка. Название стерлось. Так, опять же, у нас советская копейка, 30-й год. Видно, год читаем, копейки видно. Сейчас мы быстренько посмотрим, что у нас там скажет по 30-му году. Одна копейка 30-го года. Так, и одна копейка 30-го года. Данной копейки у меня нету. Так, цена 450 рублей. Ну, оставим, попробуем почистить. Может, почистим и будет у нас. У меня будет коллекция. Это я отложу. Так, здесь у нас какой-то опять щитовичок. Плохо читаем, ничего не видно. Так, следующее у нас тут. 20 копеек. Не видно какого года. Так, это у нас что такое? А, опять 1 рубль СССРовский. Вот такая победа над фашистами. 20 лет. Копанный. У меня есть в хорошем состоянии. Так что здесь вложим его сюда. Так, что у нас тут еще есть? 82 год, 20 копеек. Следующая это монеточка. Следующая наша монеточка, это у нас походу 61 год, тоже вижу по монетке. 5 копеек 61 года. Так, что тут у нас? Так, 93 год. 2 копейки. Без гурта. Так, гурта нету. Так, 93 год. Отложим. Смотрим. Так, здесь у нас опять какая-то польская монеточка. Здесь видно, что-то переливает герб, трошки что-то видно. Здесь ничего не видно, то есть убитый, затертый как кролик. Так, следующее у нас там, быстренько будем уже, что затягивается видео. Так, 15 копеек 61 года, никакого коллекционного не имеет. Тут у нас дальше что? Вот тут у нас такая вот лея, по-моему, как они там их называют, 5 лея. Вон. Такой мужичок там был. Состояние, сами видите, не сильно. Так что. Так, здесь у нас что-то опять польское. Тут видно такая вот силуэт мужика. Так, следующая наша монеточка. Это у нас опять какая-то цинковая. 10 пенинг фашистских, как говорится, на то время. Так что, тоже затертые. Так, дальше, что у нас дальше? Дальше у нас 3 копейки 61 года СССР. Так, следующее это у нас 5 гроша убитых. Хлам, как говорится. Так, так что туда ее положим. Так, на другую кучку. Здесь у нас 5 СССРовских, 61 год.
Так, это у нас ходячка. Так, тут у нас украинская ходячка. Какой год? 2002. Никого вообще интереса не представляет. Так, следующее это у нас пуговички. Какая-то пуговичка. Так. Так, мы опять манитосик. Так, 83-й год, 5 копеек. Положим ее сюда. Так, что у нас тут дальше? У нас тут дальше опять какой-то какалик. Что-то там было. То есть, ничего не читаем и ничего не видно. Так, следующая у нас монетка 15 копеек 61 года. Следующая у нас щитовичок 32 год 20 копеек. Монета не является сильно редкой, так что останавливать и акцентировать на нее внимание не будем. Так, 3 копейки 80 года, тоже никакого интереса. Так, здесь у нас что? Здесь у нас опять какая-то цинковая, затертая монетка. Так, 20 грош, видите, в таком плачевном, как говорится, состоянии. Вот так, только остается нам вздыхать, тяжело. Так, 81 год, 5 копеек. Никакого, как говорится, коллекционного интереса. Так, и 35 год. Походу, да, 35 год, 20 копеек. Ну, сейчас скажем цену. Ради интереса. 35-й год, это у нас 35-й год, 20 копеек 35-го года. Опа, что, значит, они 35-й год, потому что мне не показывают, что 35-й год. Так, ну тут походу так 35, я не знаю. Интересно просто. Вот такая вот затертая. Отложим. Потом я, может, более детально изучу. Так, здесь у нас что-то вообще куда-то чего-то. Не читаем его. Так, следующая наша. Следующая наша монетка. Это у нас 15 копеек. Щитовичок. Не читаем их. О, кто-то поиздевался над монеточкой. Все затертое. Хлам. Так, следующая у нас. Следующее, что у нас тут есть, 3 копейки 70-го года. Уже был у нас такой. Никакого коллекционного значения не имеет. Так. 3 копейки. Какого-то 30-го или не 30-го. Такого вот года. Так. И, наверное, будем скоро заканчивать. 5 копеек 61-го года. Так. 25 копеек ходячка. Ходячка, 92 год. Вот. Так, что тут у нас? Так, 3 копейки. 3 копейки. СССРовский год не видно. Следующий у нас тут. Это польская монета. Тут видно, что гроши. Так что. Плохо видно. Итак. Так, 3 копейки 61 год. Какой коллекционный. Так, здесь у нас что-то затертое. Какая-то была иностранщина. Затертый в хлам. Так, ну что ж. 5 копеек 61 года. И вот поврежденные. Вот состояние, говорится, средней тяжкости. Так, 3 копейки 75 года, мы уже смотрели, никакой ценности большой не имеет, у меня в коллекции есть. Так, 5 рублей с пляжа, кстати, 92 год, вот такая она тут раздавилась, такая вот страшненькая. Так, что у нас тут еще имеется? Так, 3 копейки 61 года. Ну что ж, на этом будем заканчивать нашу очередную такую переборку монеточек. Данной переборки ничего, кроме вот этой вот монеточки, себе не оставлю. Все остальное уйдет к
как говорится, с молотка. Всем удачки. Не забываем подписаться на канал, ставить лайки. До новых встреч. Всем пока.